И мы продолжаем. В микроскоп ее не разглядеть, но все-таки она существует. Новосибирские ученые совместно с зарубежными коллегами открыли новую, ранее неизвестную науке частицу. Она меньше электронов и протонов, а ее свойства в будущем помогут получить новый источник энергии. Тему продолжит Александр Могилин. Наш мир, как известно, состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов и электронов. В состав атомов входят протоны и нейтроны. Но новосибирские ученые открыли еще более мелкую частицу – пентакварк. Открытие сделали в Большом адронном коллайдере. Наши физики провели в Швейцарии тысячи экспериментов, прежде чем на 100% убедились – пентакварки действительно существуют. Протон и нейтрон состоят из трех кварков. Ну, точнее, два кварка и антикварк, но это уже не так важно. А новая открытая частица состоит из пяти кварков. И такой до сих пор еще не было. Учебники физики теперь нужно дополнять, хотя свойства новой частицы ученые пока еще не изучили. Важно понять, как взаимодействуют между собой пять кварков и какую пользу они могут принести человечеству. Для этого нужно просчитать тысячи самых разных моделей. Если мы поймем, что какая-то модель имеет экспериментальные доказательства, то мы можем строить другие предсказания из этой модели, например, найти что-то еще новое и что-то еще новое. И таким образом, может быть, открыть целый мир, где эти пентакварки живут. Физики уверены, чем больше человечество узнает о составе Вселенной, тем больше возможностей для сенсационных открытий и изобретений. Новая частица – это только начало. И, конечно, первое, что приходит в голову, может быть, нам удастся придумать новые источники энергии, то, вот, ради чего физики и работают, одна из главных их задач. В ближайшее время новосибирские и зарубежные ядерщики опубликуют подробную статью в ведущем научном журнале. Эта публикация будет официальным признанием того, что человечество разгадало еще одну тайну Вселенной и открыло новую элементарную частицу – пентакварк. Александр Могилин, Александр Егоров, новости ОТС.